Всем привет, с вами Виктор Шорц, и от нас последняя новость. Ну а сегодня у нас 28 апреля, и в Канкуне, в Пуэрто-Канкуне открылся Динозавроленд. Сейчас будем смотреть, что там происходит. Потрясающий интерактивный мир открылся для местных жителей и туристов недалеко от торгового центра Пуэрто-Канкун, расположенный в городе Канкун, Мексика. Вроде бы невзрачный павильон, но уже на входе встречают представители древнего животного мира. Но они обездвижены и просто похожи на музейные экспонаты. На открытии было огромное количество представителей СМИ и разнообразные блогеры. Как и нам, всем было интересно, что же внутри. Все же ленточку перерезали детки. Наверное, все развлечения только для детей. А нет. Только когда мы прошли внутрь, погрузились в атмосферу сказки и увидели множество инсталляций интерактивных динозавров. В самом начале всех встречают раскопки, которые напоминают об археологических находках, а также скелет маленького рекса, который крутит головой. Остальные экспонаты не только издавали разнообразные звуки, они дышали, крутили головой и махали хвостом. Некоторые реагировали на прикосновение отчаянным рыком. В конце видео новости мы дадим информацию о времени работы и стоимости входа в данное учреждение. А пока делимся кадрами, так скажем, без комментариев. Ну, вот такую красоту вы можете наблюдать каждый день, начиная с 10 утра, заканчивая 9 вечером. Это своеобразный планетарий новый, по которому можно гулять, ну и, соответственно, новый музей. Цена входа в этот музей 220 песо на взрослого, 165 песо на ребенка, ну и, соответственно, для пенсионеров 165 песо. Поэтому добро пожаловать!